Блин, у нас вот такая вот нелетная погода. Сейчас, видите, у нас идет дождик. И мне приходится немножко заниматься офисной работой. Пришла информация, я думаю, что полезная для наших подписчиков, тех, у кого слабенький бюджет и присматривали себе какой-то уже сданный комплекс. У меня есть для вас очень оперативная, так сказать, новость. В жилом комплексе «Золотая бухта», которую я неоднократно показывал, сегодня я туда не поеду показывать вам варианты, потому что я их уже давно вам показывал, но есть информация о том, что с 3 числа уже будет повышение цены на 5000 рублей с квадратного метра. Поэтому хотел бы донести до вас эту информацию. Ну и давайте я вам покажу, какие сейчас есть цены, что можно приобрести. И самое интересное, по каким ценам продают уже готовые варианты, уже с ремонтом. Вот давайте я вам сейчас шахматку показываю, надеюсь, хорошо будет видно, что вот во втором корпусе есть предложение от 87-83 тысяч за квадратный метр. А пока во втором корпусе есть предложение, ну, достаточно, вы видите, много, то в первом корпусе их уже достаточно мало. Вот это уже идут перепродажи фиолетовым, то, что вы видите. И обратите внимание, по какой цене продают уже квартиры с ремонтом. То есть, по крайней мере, я уже не помню, когда-то это была сделка. У меня, по-моему, вот здесь вот квартиру приобрел инвестор, тоже собирался продавать. О чем я им сказал и говорил: ребята, делайте ремонт и продавайте с ремонтом. 145 тысяч за квадратный метр. При этом квартиры есть по 100, чуть ниже. В общем, дамы и господа, обратите внимание, что есть и по 94 тысячи за квадрат. Это в первом корпусе. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот это и есть первый корпус. Два трехэтажных здания с придомовой хорошей территорией. Брусчаткой отделаны, все, в общем, видите, въездные ворота. Значит, из коммуникации там газовое отопление, видите, вот здесь вот труба проходит. Газовое отопление, индивидуальный газовый котел, есть доплата 175 тысяч рублей доплата. Ну, на фотографии видите, корпуса очень красивые, симпатичные, статус жилое помещение. Сделка сразу оформляется в Росреестре, дамы и господа. То есть это уже готовое предложение по достаточно небольшой цене. То есть начиная, грубо говоря, от 2 миллионов 278 тысяч рублей можно приобрести квартиру по акции на первом этаже. А по планировкам, по каким-то личным, допустим, выбору квартир, я могу съездить для вас в любую погоду, отснять для вас видео конкретной квартиры, которую вы выберете, но до 3 числа успейте забронировать квартиру. Бронь стоит 100 тысяч рублей. Можно рассмотреть квартиру, покупать в ипотеку. То есть ипотека здесь проходит. Поэтому обратите внимание на это предложение, которое все меньше и меньше, так сказать, остается. Ну и чтобы вы не переплачивали потом. Потому что есть люди, которые потом только вспомнят, скажут, почему вы не предупредили. И приходится за это платить рублем. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Циферки видите на экране. Жду ваших комментариев и обращений. Успейте забронировать квартиру в нормальном жилом комплексе с подключенными уже коммуникациями, в сданном доме без каких-то рисков. Всем удачи, всем пока.